a dish to ride on a cannon-mounted sleigh. Thank you.
娘，俺在阴间娘娘。Герой божественно из последних сил прошел уже половину пути. Да, да, вот он, подземный. Апельсин, он доверен. И вот герой спасет и приближается к нам своего трагического пути. Уважаемые, посмотрите на эту выдержку. Нет, ему, нет, это ужасно. Он победит все! Ну что?
Что не надо было, всего лишь облизал брови. Мне скакалось призовой, да. What am I gonna do with
приехали. Сегодня я вам открою правду, правду о том, из чего же все-таки состоит человек. Наиважнейший орган человека – это бубен, который ранее ошибочно называли головой. Бубен нужен для того, чтобы в него изредка стучать. Слева и справа от чнопака располагаются зенки, которые человек может в любой момент вылупить. Над хлебалом расположен шнопак, или шнобель, который часто суется в разные дела, за что и бывает поломан. Торец имеет хлебало, состоящее, как и ранее, из двух губ, в простонародье обзываемых грибами, которые нужны для того, чтобы их раскатывать. На бубне имеются уши, по которым можно, так сказать, ездить, и вешать на них различные макаронные изделия. Сверху бубен покрыт патлами, из которых можно бомбить притчи. Патлы очень важны для человека, товарищи. В них можно втирать шампунь, а иногда патлы можно красить или обрезать. В передней части бубен украшает торец. В простонародье торец иногда называют рылом или мордой. Бубен внутри залит мозгами. Чтобы летом они не закисали, лучше компассировались, в шнобеле имеются две дырки для вентиляции. Лекцию прочитал старший помощник, не мой лом. Не переживай, мы старались. Да я верю. Вас так долго не было, такой консилиум устроили. Давай, специально для них. Задание выдумали. Сласть. Блядь. На ощупь ногой за этими глазами определить предмет. Нет, ну это не прикольно. Мы же были сначала уже делали. Давай, ну, присядь. Норочка, ты в заграждении, иди сюда. Вот это? Это скажи хуй.
А это будет целый предмет, или это чья часть? Нет, это не залупа, это хуй. Все целый предмет. Целый предмет. Говори, куйки, ты макароны. Да. Ты не знаешь. Хуй с макаронами. Что, вермишель, хочешь? Или макароны с хуем? Блядь, охуеть. Давайте, вермишель. 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 Так, я гарантично не ищу. А руками нельзя? Нет, ага, руками, тебя же написано. Языком можешь. Да, у вас, в принципе, долго... А если, зачем тебе сразу руками? Руками ты и дома можешь. Да. Блядь, а что вы за хуйню? Мы тебе хуйню и пошли. Это что, овощ какой-то? Овощ. Нет, давайте ему как-то помогать. Меня после... Если капуэры ноги такие чувствительные, я вам скажу, конечно. Если сальто прыгать... Мы тебе подскажем, это смесь металла с пластиком. Ну, металл я чувствую. А пластик... А что ж ты это пиздел, что это овощ? Я думал, что это вообще кочан капусты. Давай сюда другое, потом я это еще раз положу. Смотри, болтает. Фетишист. Дайте хуйню набрать. Дальше. Возможный вариант. Вагина искусственная. Давайте следующий. Ты с металла и пластика, что ли? Да. Давайте следующий. Трави бобров на сердце. Трави бобров. Я вам честно скажу, я не знал, что это такое я. Алька, у тебя такое дома есть. Да, да, да. Они тем тебе это чести не делают, это заявление. Папа, это не такое. А папа еще и папа. Это пассажир? Да. Банальный. Один угадали. Ну, на часах. Все. Папа нам такое у меня. Следующий. Слушайте, а для чего это? Спину там поэтому. Вот это для чего? Ручечка вот там. Это зубочистка. Так а шо это? Чтоб не скользило. Да, не надо говорить. Ну да. А потом, чтобы это себе. Это блин. Он меня оценил. Ого! Нет, ты его переоцениваешь. Хотя я тебе скажу, что где-то в чем-то ты мог быть прав. Так, стоп. Дай. Обсудим. В какой-то мере. И никаких половых контактов. Давайте следующий, я полежу. Как это не стоп? Это легко. Не, я же говорю, что сложно. Давайте следующий. Это... Я вот смотрю на это и не знаю, что это. Я же просил предметы, которые я бы не должен. На всей земле. А, я как обезьяна, короче. Мне же руки, что надо. Тихо, тихо. Не надо. Не балуйся. Это хрупкая вещь. Это нельзя бросать. Там соседи. Соседи, доброй ночи. Ну, школьная камера. Это что, игра на погоди? Да почти. Близко, но никто. Зацените, как он профессионально ножками доработает. Да. И лицо отрешённое. Да. А, как полегчало. Подожди, а что это? Мне там уже было? Митя, супер игра. Это пятый? Да. Давай. Это не для анонизма, это не для анонизма. Ну, почему? Хотя сама бы... Костя говорит нормально. Костя знает. Приемлемо, скажем так. Приемлемо. Да. Неправая рука, конечно. Но видно где-то как-то оно... Не-не-не, ты не там, ты не туда пошел. Я прошу. Тоже что-то ценное. Ну как тебе сказать? Кидать не надо. В некотором роде. Так это статуэтка или что? Да, да. Так я сразу пойду. Ну что, по-новому те два. Давай, вермишель вкусная, ее много. Вермишелька. Мням-ням-ням. Все. Вермишель. Вермишель. Я уже подумал. Вермишель. Вермишель. Это скучно. Да.
Вот и рот. Последняя, как у них учили. Да что вермишель? Вермишель! 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 А дай ему было кастрюлю с вермишелью поставить. Видим, как я упал его ногами. Так, жим-жим, да? Жим-жим. Что за нахуй? Давно ли я вообще в жизни такую штуку не видел? Название не знаю. Нездоровая хуйня, да? Да. Вытяните немножко хуёвин, потом жизнь, да-да. Нет, где ты уже видел? Что вот это такое за хуйня? Ну что, мышки какая-то? Ты видел это Андрюхи в Ниве? В машине. Да? Что, Ваня подсказывает? Знаешь, как ты дашь? Да. Отпадающий козырёк? Подумал. Андрюха. Так а что это за хвостик? Мышка как-то. Хвостик — это специальная верёвочка, чтобы держать тебя. Потом вот так смотреть. Алёна, вытяни ему немножко хуйню, чтобы он хоть как. Ты донусь как бы. Я не умею. Нет, это потом. Что-то нащупал, смотри. Ноги убери! Ну, ты, скотина. Давай его ёбну. Только осторожно, иначе можно будет... Подойди, да? Осторожно. Осторожно, там нет. Осторожно, сказали. Что вы там мне нож дали? Да. Давай, попробуй. Грынь. Сейчас сломай. Да не хуя ты так крутишь. Ты это разбрасываешь, закидываешь его. Так ты взял, знаешь? Осторожно! Ну, успокойся, сломаешь. Place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. But when we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.